Музыка представляет Rolex. Блистательный гала-концерт состоялся недавно в Москве на знаменитой сцене Большого театра. Пласидо Доминго объединил в этих исторических декорациях известных оперных исполнителей благодаря поддержке продюсерской компании IMG Artists. Сам маэстро также поднялся на сцену с лауреатами учрежденного им международного конкурса «Опералия». Со времен Рената Тебальди я выступал без преувеличения со всеми великими оперными певцами современности. Сегодня я горжусь, когда поднимаюсь на сцену с победителями опералия. С Пласидо Доминго мы начали очень давно уже петь. Спеть с ним одно удовольствие. Он, кроме, помимо того, что он легенда, он еще и потрясающий, очень такой чистой души человек. Когда я начал учиться пению, я понятия не имел об опере. У меня был преподаватель итальянского, и однажды он показал нам Пласидо Доминго, исполнявшего мужскую партию в Турандот. В конце оперы я заплакал, я до сих пор это помню. Можно сказать, что я влюбился в оперу благодаря Пласидо. Легендарный тенор прекрасно помнит свой дебют в Большом, более 4 десятилетий назад. Такую восторженную публику трудно забыть. В зале было много, очень много людей. Охрана попыталась их выставить, но я сказал «нет». И все они остались. А потом были 1.5 часа музыки и общения. Они задарили меня цветами, шоколадом. Это было просто потрясающе. Мы привыкли смотреть на него как на бога пения, и немного странно видеть, что каждый раз перед тем, как подняться на сцену, он волнуется. Это всегда по-настоящему вдохновляло меня. В этом году Пласидо Доминго исполнилось 80 лет, но он воспринимает свой возраст без лишнего пафоса. Я стараюсь относиться к этому легко, по-французски. Ну, вы знаете, как французы говорят, вместо 80 — 4 раза по 20. Музыка вам представил Rolex.